Идеальный симбиоз стильной коллекции, ну, конечно, с кусочком комфорта. И это туника Jill от бренда Anne Mary. Всегда, когда бренд Anne Mary появляется в прямом эфире, ой, у нас очень много покупателей, всегда сразу слетаются, заказываются. Более 500 туник в прошлый раз было заказано, похожих. Я уверена, что сегодня это тоже будет лидер продаж. 999 рублей. Цена только сегодня. И данное предложение выполнено от бренда Anne Mary, маленького уютного семейного производства. Поэтому уют и комфорт мы здесь с вами получаем в стиле спорт-шик. Красивая акцентная резинка в черно-белом фоне даст красивое сочетание именно с мягким меланжевым трикотажем на основе 60% вискозы. А вот его свободный крой и удлиненная форма даст возможность чувствовать себя безопаснее, как будто вы не выходили из дома. И, конечно же, эта текстура, которая напоминает кашемировую мягкую фактуру. При этом вискоза как раз-таки хорошо справляется с имитацией того самого кашемира. Кашемир капризен, кашемир дорог, а вот вискоза даст возможности сэкономить денег, но при этом, в принципе, получить то же самое. Ну и давай выберем цвет. Микола, мне всегда радостно, когда мы имеем возможность представить разнообразие по оттенкам. 7 роскошных цветов. Внимание на экран. Итак, от бренда Anne Mary вы можете выбрать сегодня бирюзовый оттенок. Слушай, у меня мамочка очень любит бирюзовые оттенки, они ей прям к лицу. Бордовый цвет, ну это такой более благородный оттенок. Да, красный выбираю для себя я. Как тебе? Идеально смотрится, причем он так разбавлен за счет меланжа. Можно забрать для себя розовый оттенок, напоминающий такую античную розу. Конечно же, синий для любителей денима или, вот, например, как делает Людмила, с белыми брюками смотрится в морском стиле. Сиреневый оттенок. Для тех, кто еще не определился, хочет ли он розовый или фиолетовый, сиреневый будет идеальный. Тем более сиреневый цвет в Эри Перри – главный цвет этого года. Ну и, конечно же, не обошлось без классического черного. Ну что ж, друзья, скидка 58%. С учетом скидки цена 999 рублей. Цена действует только сегодня. Это самая выгодная покупка только одного дня от любимого бренда Anne Mary. Успейте заказать. Но с размером мы сейчас с вами определимся. Микол, как правильно выбрать размер? Данное изделие мы с вами выбираем размер в размер, учитывая только обхват груди и предплечья. В зоне талии мы с вами не учитываем объемы, ведь трапециевидный силуэт с накладными карманами у нас с вами не дает здесь какой-либо опасности. Поэтому дамы верхнего типа фигуры, формы яблок или песочных часов все выбирают по зоне груди. Да, свободно у такого кроя, не нужно животик себя втягивать, не нужно переживать, что нельзя боком поворачиваться. Ну, вы понимаете, о чем я. Знаете, я обожаю туники. Именно в тунике я выдыхаю, расслабляюсь, получаю удовольствие. Кстати, все туники, на мой взгляд, они весьма многогранны. То есть и на работу можно надеть, да? И даже если вечером подружка позовет в кафе или муж скажет: «Оль, давно мы с тобой никуда без детей не выходили». Почему и нет? Можно такой туник надеть. Это Мироненко, что ли? А? Это Мироненко. Да. Подружка. Подружка, да. А муж у меня Дима. Ну, кто знает вас сейчас современно. Микола, вот так слухи рождаются. Так, давай сейчас поговорим, с чем мы будем сочетать эту тунику. Данное предложение мы будем с вами сочетать, например, с юбкой от бренда Benitra Bini из эко-кожи. Вы, кстати, ее тоже можете приобрести, она со сдвоенными размерами. Также брюки, которые вам показывает Ника. Они еще и с добавлением брелок в комплект. Меридит они называются. Их рекомендуется взять размер в размер, а лучше взять на размерчик больше. Бирюзовый цвет смотрится очень красиво, гармонично, в сочетании с черным как раз-таки низом. Ты выбираешь серыми брюками в мелкую клетку, такой более строгий образ, встаешь на каблук, тем самым говоришь и доказываешь, что данная туника у нас идеально подходит для офисной работы. А еще можно ее видоизменить. Рукава подвернуть, манжеты спортивные исчезнут, зону воротника скрыть с помощью палантина, и тогда она просто будет похожа на обычный пуловер, который, в принципе, можно купить в базовом магазине. Мне нравится такая туника. Уверена, понравится и вам. Но цена нам всем сейчас уже начинает нравиться очень-очень. Скидка 58%. Цена 999 рублей. Смотрите, стильная и комфортная невероятно. Надо брать. Только с цветом еще раз давайте определимся. Бирюзовый,
бордовый. Я, например, для себя выбрала поярче, красный оттенок. Может быть, вам тоже он понравится. Обратите внимание, что эта туника, она такая всесторонне развитая, да? То есть ее можно сочетать с любыми элементами вашего гардероба. Розовый цвет такой прям нюдовый, женственный. Синий более глубокий. Но каждый цвет меланжирован. То есть в каждом цвете такой уют заложен. Сиреневый оттенок сейчас на ваших экранах. И черный классика с белым воротничком. Смотрится бесподобно. 999 рублей. Микол, ну для меня, ты сам знаешь, да, самое главное, да, чтобы живота не было видно. Здесь его, как видишь, не видишь. Да, вот. Здесь его не видно. Можно даже было еще сделать черный акцентный ремешок, например, с белой пряжкой, тем самым еще больше доиграть вот эту вот эстетику. При этом дамам нижнего типа фигуры он не перегружает силуэт за счет именно того, что крой по низу у нас с вами неровный, не остро обрезанный. Да, мы с вами видим вот здесь специальные такие округлые формы для того, чтобы бедро не утяжеляло. При этом передняя полочка чуть короче задней, то, что работает тоже настроенность. Карманы, которые здесь не лежат объемом в виде накладки, они вскрыты в шовную часть, то есть при желании можно их полностью удалить, если просто не любите на одежде именно карманы. И, конечно же, для дам верхнего типа фигуры не хватает баланса к бедрам. Всегда можно с помощью таких туник его, наоборот, добавить себе. Ну, то есть смотри, мы делаем себя гармоничной. Да. Помните, девочки, иногда подходим к зеркалу и думаем, вот здесь бы поменьше, а вот здесь бы побольше. Вот скроить бы себя заново, да? А в данном случае мы делаем себя идеально. Во всяком случае, для всех окружающих. Очень много хороших отзывов про тунику. Туника очень стильная, отличная покупка, рекомендую. За такую стоимость превосходная. Исходное качество. Взяла сразу две. Молодец, в разных цветах. Микол, сколько раз ловила себя на мысли? Покупаешь вещь, а потом думаешь, что же я вторую такую не взяла? Про запас. Да, здесь лучше, конечно же, забирать сразу несколько цветов. Наверное, черная как отправная точка первая, и второй какой-нибудь яркий оттенок. Для тех, кто не любит черный цвет, сразу выбирайте для себя два оттенка ярких. Кто-то возьмет красный плюс розовый, может быть, красный бирюзовый, для кого-то красный и синий, или черный и красный, черный бордовый и так далее. 65% вискозы в составе данного трикотажа. Правильно Оля отметила, здесь у нас с вами фактура меланжа, а меланж всегда вызывает ассоциации с уютом и теплом. Поэтому всегда трикотаж из меланжа более приятен и симпатичен нашему глазу, ну и тем более нашему телу. Какая нежность, чувствуете? Какая бархатца прям даже присутствует. Я уверена, вы дома даже переодеваться не будете, когда будете с работы приходить. Классная вещь. 999 рублей.